муж начал пить, я от него родила ребенка. Когда он начал меня бить, я родила второго ребенка. Возьмешь меня к тебе? Нет, она после секса, как мужик, отворачивалась к стенке и засыпала. Как я? Шупашешься так. Я Лариса Гузеева. Это «Давай поженимся». Добрый вечер. Сегодня у нас невесты Любовь, Елена и Марина. А жених у нас Марат. Здравствуйте. Проходите. Марат, 48 лет. После развода с женой обратился к свахе, но все предложенные ей кандидатуры тут же отверг. Попытка найти свое счастье на сайте знакомств тоже не увенчалась успехом. Марат – старший лейтенант ракетных войск и артиллерии, работает директором агентства по туризму и экскурсиям в Перми. Признается, что у него есть 50 причин для гордости, предупреждает, что чистит зубы яблоком. Марату не подойдет девушка, которая не имеет представления о спорте, садоводстве и воспитании детей. Его жена должна быть по-детски озорна, заботлива, как медсестра, и успешна, как он сам. Ну что, Роза, ну подарок-то давай уж. С удовольствием подарю вам от души подарки, которые сам приготовил и аккуратно оформил с умыслом. С удовольствием. Спасибо большое. Роза, вам специальный подарок. Ага. Это малахитовый наш традиционный медведь. Вам подарок. Это настоящий уральский камень малахит. Спасибо большое. Вам, Тамара, уникальный змеевик. Спасибо. Красиво, правда? Очень красиво, да. Вообще молодец. С подарками совсем не пришло. Марат, я боюсь, что у нас не хватит программы, чтобы перечислить все 50 причин для гордости. Но чтобы вот невесты узнали получше, и мы тоже же от зависти здесь сидим, мучаемся. Несколько хотя бы. Меня зовут Марат, я чистокровный казанский татарин. Родился уже первая причина для гордости. Казанский. Смотри, он такой скромняшка, милашка такой. Начинал свой успех с того, что стал участвовать во всех мероприятиях, олимпиадах, активно участвовал в спорте, занимался акробатикой, легкой атлетикой, пулевой стрельбой. Жилистый такой. Ага. Ну, заметно, что он спортом занимается. Да, в 48 лет ему любви дашь. Донор, с удовольствием езжу и катаюсь. Донор почетный. Слушай, это поди ты так, сколько кровушки отдал, что ж худой ты такой, а? Это же для мамы. Нет, вообще... он просто окончил курсы диетологов, поэтому сегодня он уже сам может посоветовать, как сбросить лишние килограммы. У него есть прекрасные клиенты. Вот это повод для гордости, правильно. Умеете шить на швейной машинке, да? Да, конечно, с удовольствием. Знаете три языка? Какие? Русский, татарский? Свободно владею русским языком. Бигайбет татарщас влешам. Якшасели. Speaking by English. Молодец. И можете, глядя на человека, определить, на каком этаже он живет. Да, конечно. На каком я этаже живу? У меня бывали случаи, когда интуитивно я знал... Нет, сейчас конкретно. Вот про Розу. Вот я на каком этаже? Глядя на вас, Роза, могу сказать, что вы живете на 6-м этаже. Ну, почти догадался. А я? Лариса живет на 12-м этаже. В подвале она живет. Роска права. Паразитка завистливая. На 3-м я живу. А жила на 11-м. Это у тебя след остался. Остаточный. Видно, очень сильно волнуется. Ну все волнуемся, ну ты же понимаешь. Приятные волнения. Свои способности передал племяннице, которую сам воспитал. Буквально с 1,5 лет до 4 лет. Когда сестра моя обустраивала свою семейную жизнь, выходила замуж и искала, где жить со своим мужем, в это время я воспитал и научил читать, писать свою племянницу. И, вернувшись к родителям, про нее сказали, что она сама сейчас кого хочешь обучит. Мне нравится, приятный. Самое главное, что он любит детей. И для него это очень важно. Скажите, а развелись с супругой, потому что она не могла выдержать такое количество талантов в вас одном, и ее зависть заела, что ли? В супружеской жизни мы достаточно редко общались. Так получилось, что у нас было мало интересов, и разговор поддержать
как-то не получалось. А у мужчины только один интерес к женщине первые лет 15. Этот интерес был горизонтальный. Этот интерес в плане секса полностью у нас присутствовал. Угу. Мы этим занимались часто и регулярно. Я за вас рада. Поскольку предохранялись, детей у нас, дети у нас не появились. Нет, послушайте, но она же не фрезерный станок и не швейная машинка жената. Ей же и ласка нужна, и, ну, как бы войти в ее положение. Вы инициативу должны были сами, так сказать, скажи слово, инициативу. Что он должен? Что он должен? Не предъявлять же, а требовать. Настаивать. Да. Брать? Да. Розалия, что ты мне прям так раздражаешься? Невозможно. Хорошо, ну, если ваша жена ходит такая вся угрюмая, вы бы ее по голове погладили, спросили, типа, Зюльфия, что с тобой, милая, рыбка моя? Ну, как ты к ней вот так... А вы, небось, в это время либо строчите на швейном станке, либо там английский язык как-то ювелирите. Ну, да ей-то женой тоже нужно было бы как-то заняться. Занимался. И сколько лет вы занимались с ней? Мы занимались этим 2 года. А ни детей не назанимали как-то? Ни... За 2 года вот так и не решились ребенка родить. А у вас-то все со здоровьем хорошо? Со здоровьем у меня прекрасно. Худенький какой-то. Нет, она после секса, как мужик, отворачивалась к стенке и засыпала. Как я. Шупашешься так. Может, и она так... У нас упахивалось, что ей только и сила оставалась. А что это она там делала-то? А ты же прямо на разработку. Бляши и на всю родню. Человек 40 родит. Ну, видел, за кого замуж выходила? Ну, не за сироту же? Действительно, в роду у нас многочисленные родственники. В гости ходят родственники? Да, конечно, я до сих пор поддерживаю отношения. Ну, в жизни всякие же бывают ситуации, да, что ну, нет детей. Может быть, что их, что-то им не хватало. А почему, кстати, вам не подошла ни одна из девушек, которых предлагала? Девушки, которые предлагали мне свахи, так оказывалось, что они ничем не интересовались. Я с удовольствием шел на свидание в расчете на то, что девушка придет и начнет общаться. Спрашивал, чем занимаешься, чем увлекаешься. В ответ... услышал, хожу на танцы, ничем не увлекаюсь. Ну это разве танцы, это же хорошо. Спросил, это разве не увлечение? Танцы, это скорее занятие, чем увлечение. Хорошо, а увлечения какие бы вас вот обрадовали? Увлечения, например, шитье, любит готовка. Сад, либо готовит, да. Либо такое. Вязать, это же не увлечение, это же хомут, милый. Вот это то, что вы перечислили. Это бабий хомут называется. Это а интерес. Когда с удовольствием делаешь, для когда мужа. Женщине это нравится, это ей вот. Интересно. Это мы притворяемся. Это нам не нравится. Это мы просто, чтобы вы нас не побросали. Мы вот этот хомут себе на шею и вперед. Ух, Маратик. А для удовольствия танец, это облизывается, сиди, смотри. А для удовольствия, для собственного, так вот пойти покрутить одним местом, это значит, вам уже не нравится. Какой-то вы Маратик. Замысловатый. Я думаю, он со мной не будет. А? Замысловатый. Да, с тобой не будет. Мне кажется, нет. Нет, мы домовитые и хозяйственные. И вот сразу хотим предупредить, я на вашей стороне. Правильно, а то сейчас молодежь, особенно молодые вон это, которые себя считают молодками, их давай в ресторан каждый день водить, плати еще за них. Ну, хоть раз в неделю. Нет, у нас 3 раза в году, 8 марта, молчи, женщина, твой день, 8 марта, Новый год. День рождения еще. Правильно? Правильно. Вот, хватит, что баловать. Ты пускай... прям как не татарка, раз. Пускай... Мы вот как раз все по-татарски. Пускай цветы только, в нашем... Только ты вымогаешь подарки у всех. А мне положено, я уже в возрасте. Развлечение в другом статусе. Маратик, в общем, вам нужна такая женщина, чтобы пахала на вас с утра до ночи. А вы будете вот эти свои 50 ваших прекрасных поводов для гордости тешить с утра до ночи. То есть вам по-татарски можно все, бабе ничего. Так да. И знала. Что положено Юпитеру, не положено быку. Ужас. Но это дева. Ну, дед, конечно. Ну, дева. Это дева, здесь уже ничего не сделаешь. Они все педанты такие. А что ей можно будет еще? Скажите-ка. Ну-ка, перечислите. Я сам... Вот она 40 кустов роз посадила, окна мясо, помыла, побелила, фасоль перебрала, кофе намолола. Что еще потом? Вот она уже мертвая, к стенке доползла до кровати, повернулась
и молчит. Крестиком вышивать. Во время секса хорошо бы, да? А когда занимаешься, на потолок смотри, потому что белить его надо. Боже. А вы такой прекрасный вот с бабочкой в синем костюмчике под глазки. Может, вам не жениться, Марат? Сейчас девчонки-то они совсем другие. Хотят как раз тех самых ресторанов, внимания, любви, подарков. На кой вы пожилой мужчина, без детей, 48 лет? Вот и детей с надо. С удовольствием приглашаю в рестораны. На что мне девушки говорят, мы витаем в облаках, нам хочется легкости и воздушности. То есть сам ходи в ресторан. Пожрать им охота на дармовщину, правильно, вот чего. Да правильно. Не хотят они. Ты что у тебя со слухом рос в последнее время? Я, говорит, их с удовольствием, говорит, вожу в ресторан! А они не хотят, Роза! Это ты глухая, он про что говорит? Ты сама ни черта не понимаешь. Их один раз ведешь в ресторан, а они про какие-то там эти, ничего не делают, правильно? Что ты от этого за даром их водить-то? Вот. Отвел в ресторан, это пригласил, ты угостил. Я, говорит, сейчас покурю, дальше пить пойду. О, и а вам такая так? Не нужна. Зачем мне такая легкость от водолейки? Вам, да, а у вас водолей все одни. А по счету-то сколько она там этой легкости-то наела? Тысяч по один на две, понимаешь? Розов, а вот так вот штук 10 придет, и что, 20-ка ушла. Я думаю, если перед ним будет яркая женщина, которая будет скакать постоянно, он просто с ней не справится. Ему надо обычную, простую, спокойную. Невозможно. Вам же еще не нужны женщины с детьми от пьющих мужей. Почему? Когда опубликовал заявление о том, что хочу познакомиться с девушкой, откликнулась сразу женщина, которая сообщила, что хочет познакомиться со мной. У нее муж начал пить, я от него родила ребенка. Угу. Когда он начал меня бить, я родила второго ребенка. Возьмешь меня к тебе? Третьего ребенка, чтобы родить. Марат, я в растерянности. Откуда предвзятое отношение к водолеям? Вот только из-за этой свободы? Из-за, да? Розы, думаю. А, Роза же тоже водолей. Да. Но она вас защищает. А обо мне речь не идет. В данном случае, может быть, единичный случай. Вот тут сложно. Скажите, вы диетолог? Да. Ну, судя по вам, да. Вообще ничего не едите? Ем. Люблю и с удовольствием готовлю. О, замечательно. Когда мужчина любит готовить, это очень приветствуется. Да. Ты согласна, да? Да, конечно, полностью тебя поддерживаю. А если жена будет такая телесная? Тут возможны варианты. Какие? Высушить такую ее? Такую не поднять, не поносить на руках. То есть вам нужна анорексичка? Мне, у меня желание познакомиться с девушкой примерно с такой же комплекцией, вот с средней комплекцией. А знаете, какой самый сильный шум? Когда два скелета занимаются любовью на железной крыше. Нельзя. Вам нужна женщина с окружностями. Марать, подождите. Ты что-то куда-то не туда гребешь вообще. Что-то не по-нашему. Да. У нас у татар худосочных-то никогда не бывает. Мы же степняки. У нас мы впрок наедаем, понимаешь? Мы маленькие, впрок наедаем. А ты какую-то про анорексичку. А почему мамы нет? А он татарку не хочет. Как не хочет? А что мама говорит? У нас, кстати, видео, по-моему, есть, да? Есть. Вот, да, давайте посмотрим. Услышим маму. Что-то мне уже не нравится, какой степь пошел. Мы сейчас с мамой готовимся к поездке на программу «Давай поженимся». Это моя мама, которая родила двух детей, мою сестру младшенькую и меня. Сами мы коренные жители Перми, родились здесь, живем давно уже здесь. С удовольствием хотели бы познакомиться с девушкой для создания семьи и серьезных отношений. Мамочка, приятно. Ой, мамочка, какая хорошая. Это моя мама. У нас есть фирменная реликвия семейная. Это наши уникальные часы с боем, с кукушкой, которые нам достались по наследству. От отца, от деда. У нас много реликвий. Отец был у нас плотником профессиональным, по краснодеревщикам. У него руки золотые, эти руки мне передались. Понятно, что отец был плотник. Вон какого настругал. Маратика. Хороший вы, Марат. Только вот я не понимаю, хотите детей еще?
Да, конечно, хочу. Ты бы вот с Маратом хотел бы совместных детей? Ну, пока рано еще об этом говорить. На первый взгляд, возможно. Значит, я вам желаю, Марат, вот глядя на вас, вы такой чистенький, да на холостяка не похожий, волосинка к волосиночке, весь такой прибранный. Женщину, для которой будет очень важен вот как раз такой порядок в семье, чтобы все было по полочкам, чтобы она была аккуратистка обязательно, чтобы нашла общий язык с вашей мамой, чтобы ей ничего не нужно было объяснять. Но в то же время, чтобы она была строгая, и когда вы будете переходить уже границы, когда вы занудите ей, чтобы она так же строгала, как я вам сказала. Марат, хватит, все, 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 возьми себя в руки, хватит, не нуди. Потому что занудить вы можете, мне кажется, многих. Смотри, про тебя очень много похожих совпадений, да? Есть, да? Да, угу. Да, вот прямо явно что-то. Ты тоже заметила, да? Конечно, угу. Конечно. Вот первая, кто согласится на нас, ту берем. А дальше мы обстругаем по-нашему. Вам нужна женщина огонь. Вот как бы сказать, чтобы это был человек традиций, но веселый, яркий, интересный, может быть, гораздо более веселый, чем вы сами. Правильно? Чтобы не было скучно, чтобы вот жизнь не застаивалась. Вот это вот вам. Люда, а вы родственницы? Вот. Я двоюродная сестра. А вот вы считаете, в чем проблема Марата? Я считаю, как бы я его помню из детства. Папа у него воспитывал детей, мама не вмешивалась. Кашки, пеленочки, шахматный кружок, школа с отличием, институт с отличием. Мне кажется, что наоборот, как бы женщина должна быть вот как бы на маму похожая, потому что он другой модели. А мама какая? Мама мягкая? Мама на 16 лет моложе. Папу, можно сказать, вот как бы вот в 40 лет уже сообща со всеми родственниками повезли знакомить с его мамой. Но что-то не получилось, вот так вот раза три. Вот мне кажется, нужна женщина, чтобы вот, наверное, сама женила его на себе. Ну, а я про что говорю? Да, это и женщина-огонь, конечно, которая вот сама женит. Вот я припоминаю случай, это было лет 15 назад. Моя подруга нашла девственницу из хорошей татарской семьи, назначили встречу, а он туда даже не пошел. Ну, сейчас пошли такие мужчины, да, которых надо самой на себе женить, к сожалению. Пройдите, познакомьтесь с первой невестой. Марат, здравствуйте. Меня зовут Любовь. Я приехала к вам из Березняков. Мы с вами земляки, но встретились на этой передаче. Я приехала к вам не с пустыми руками. Пожалуйста. Очень приятно познакомиться. Спасибо. Любовь, 37 лет. Бухгалтер на заводе. Гордится тем, что не нарушает правил дорожного движения. Мечтает совершить полет на частном самолете. Признается, что не может заснуть без телевизора и не любит рано вставать. Предупреждает, что раз в месяц устраивает с подругами девичник. Любовь вступила в брак ради ребенка, а на развод подала в надежде обрести собственное счастье. Надеется, что Марат – мужчина ее мечты. Здравствуйте. Здравствуйте. Какое прекрасное имя, Люба. Люба. Мое домашнее имя. Спасибо. Это вы кому? Это хотела бы предоставить для ведущих. Боже, пожалуйста. А какой наряд! Спасибо огромное. Какой наряд! Дайте я вас рассмотрю. Спасибо вам огромное, это для настроения. Любаш, давайте, чтобы не только я одна влюбовалась вашим нарядом, вы же вы сами сшили. Да. А вы можете на сцену пройти, покружиться, всем показать, потому что, смотрю, жених аж вот прямо глаза у него заблестели, как вы ему нравитесь. Нет, у него как раз он напугался даже Мне ее. Кажется, да. Напугался ее, а не глазки заблестели. Аккуратно поднимайте, но... Покружитесь. Ой, это вы прям сами, да? Какая да. Прелесть, а? Садитесь к нам. Это как будто вы были до нашей передачи лягушкой, а потом превратились в прекрасную царевну. Да. И вот как вот у вас вот так вот разорвало вот этот ваш панцирь, так вот он в нескольких местах еще такие остались. Не ошметки, а фрагменты кожи. Красавица. Спасибо большое. Тоже видно, волнуется, конечно. Ну, все волнуются, а ты разве не волнуешься?
Да я вообще уже выпала в осадок. Ой, вот объясните мне, как с таким именем Любочка, Любовь, вы умудрились выйти замуж без любви? Мы познакомились с мужем, когда мне было 28 лет, 26 лет. Ему было 22 года, он меня на 4 года моложе. Но он красиво... Сам эффект знакомства был очень красивый. То есть он ко мне подошел, пригласил на танец, проявил желание проводить меня до дому. Вот. Мне это очень понравилось. И... Ну, в общем, в общем-то, забеременели. В общем-то, я в него влюбилась. Влюбились, забеременели, он сделал вам предложение. Он сделал мне предложение, мы прожили с ним. Нет, вы сначала сомневались, рожать, не рожать, потому что знали, что с ним не будете жить вместе. Нормально. Да? Очень сомневалась. Хотели сделать аборт, но врач сказал, обалдел совсем в таком возрасте, а вдруг не родить. Да, и слава богу, сколько детей? 8 лет. Сын? Я приехала сегодня с ним. Мой мальчик. Он бы хотел... Нет, да. Не отпустили. Да ладно, что мы тут сидеть-то 8 лет? Ну, он хотел бы просто подарить... Нет, он не ходит. Вот. Боже мой, красавец какой! Так, и тоже с бабочкой, прям как дядя Марат. Спасибо, дорогой. Спасибо. Иди ручку тебе пожму, иди. Ой, эти мои сосисечки прям такие... А это что, у тебя аллергия, котенок? Мой маленький. Съел, ничего, пройдет. Традиция. Знаете, традиция. На что аллергия? Просто традиция. Мы сначала думали, что это аллергия, а на самом деле, когда выяснили после диагностики у врачей, то у него не на почве так. То есть из-за такой обстановки в семье... И бледненький очень. У нас вот... Скажите, и сколько вы прожили? Мы прожили 3 года вместе. Ну, 4 получается. 4. А оказался не тот, да? Волк в овечьей шкуре. Да, и руку очень, стал поднимать, и очень, пить. Ревновал. Мне кажется, она ему не понравилась. Нет. Он уже бедный прям напрягся. Люб, скажите, вот вы послушали Марата, старше вас на 11 лет. Не староват? Нет, не староват. Не пьет, не курит, занимается здоровьем. Для него это очень важно. Для меня тоже это Любочка, очень важно. Татарка? Мне важно, чтобы вы в хорошей форме. Любочка? Это очень. А у меня есть... Да. Татарка? Наполовину. У меня папа татарин, а мама русская. Слушай, а я Маратик не спросила, а что у нас из приданного-то? Куда? Да, невеста... что-то как-то язык-то да. Куда-то это у тебя. Да, что-то мы сейчас вот это... Куда невесту приведем? Квартиры что у нас есть? У меня 2 квартиры, соответственно, я постоянно разрываюсь. То в одной живу, то в другой. А мама у нас вот, в отдельной или в одной из двух? В одной из двух. А-а-а. Да сможет ли он взять ответственность за ребеночка? Ну да. И как ребенок к нему да, относится. Тем более мальчик уже такой подрастающий. Ну, в принципе, мальчик уже, да, достаточно большой. У вас есть 3 бонуса. Свидание наедине, скелет в шкафу и семейная традиция. Семейная традиция. Ну, семейная традиция у нас такая. Было заведено еще в детстве у моих родителей, в нашей семье, что когда у нас глава семьи, папа собирается на работу, мы все вместе выходим, все наше семейство, даже и кошка выходит, и мы все провожаем его на работу. То есть даем напутствие, говорим, папочка, иди спокойно на работку, мы тебя все ждем, любим. Вот, и он, вот это у нас такая традиция. Семейная. То есть мы правильно мы вас понимаем, что когда Маратик хлеб, этот, не играет с хлебом? А почему он не ест? Потому что вы их отравили заранее, а сыну сказали, буду предлагать, не бери ни в коем случае. Я не понимаю, почему. Стесняется просто. Да, стеснялся мой зайчик. Ну тогда иди к бабуле, а мама покажет сюрприз. И по нашим традициям нельзя, чтобы был перевернутый. Да и по нашим тоже. С хлебом жизнь кувырком. Не, костюм, правда, очень интересный. И у него, и у нее. Да. Но мне кажется, это стильнее. Оба стильные, они подходят по стилю.
она вообще не понимает, куда попала. Спасибо большое. Очаровательная, очаровательная. Проходите в свою комнату. Спасибо вам большое. Вам очень подходит Люба этот наряд. И станцевали спасибо. Замечательно. Спасибо, спасибо вам. Счастья, удачи. Марат, пообещайте, что вы больше себя морить голодом не будете. Ну, прям это уже не надо, хватит. Ну, ее диету, это надо наоборот уже как-то иночка, да? Месяца оба надо ну, будет. Да. Флюда. Он мясо ест очень много. Я уже и так перед передачей сказала, давай-ка пивных дрожжей поешь. Слушай, одни а муж поправляются. Листы? А? Листов нет, никогда не было. Ну вот он очень, конечно, такой ну, мягкий, да. Видно, что он нежный, конечно, не обидит, это точно. Но мне придется взять все в свои руки. Это действительно так, да. Люба прекрасная, работящая, да? Мама какая замечательная, папа татарин, есть о чем будет. Да, обе сестры, обе дочери у них работящие, достаточно активные. Да. Готовы подстраиваться том, что, под вас. Вот с ребенка вот три женщины никак не могут понять, как его воспитать. Потому что ребенку нужен специалист. Согласен. С ребенком лежит на поверхности. Это видно. Проблема у ребенка на поверхности. Поэтому что мы сейчас будем это обсуждать? Вот вы поможете, как более взрослый, опытный. Возьмите, сделайте одно доброе дело, вам уже зачтется там. Потому что свои, поди знай, будут, не будут. Знаете, до полтинника дожили, своих детей нет, а там поди знай, правильно? Что же вы будете бобылем так? Прекрасная женщина, я считаю. Лариса молодец, она все тонко, все так замечает. Да, вообще. Она как психолог прямо, как психолог. Любочка, к вам обращаюсь. Прямо берете его... А вторых не будем, что ли, смотреть вторую Кризис невесты? Не, ну, подожди, ну, как бы я ей тоже напутствие. Ну, чтобы тоже не расслаблялась, чтобы не расслаблялась, вторых посмотрим. Ну, инициатором все равно ты должна быть. Вот, ну, я буду инициатором, да. А он ее да, а он будет, да, и он ее потом... По крайней мере, точно, вот такого человека точно никогда не буду, что он мне скажет, ты все делаешь неправильно, да. Ты все делаешь он... не то, не так и не так. Он просто может быть, даже если я буду в чем-то не права, да. По крайней мере, он со злости не будет этого делать. У вас прекрасно. Физическая совместимость, но единственное «но» – это у вас луны противостоят, то есть они могут давать вот периодически эмоциональные вспышки. Послушайте, хватит уже сдавать экзамен на отлично. Заживите нормальной жизнью мужчины и женщины. Ну, хватит уже. Знакомьтесь со второй невестой, проходите. Дорогой, проходите, Марат. Здравствуй, Марат. Очень рада нашему знакомству. Меня зовут Елена. Прошу обратить внимание, мы сегодня одеты с тобой в одной цветовой гамме. Я уверена, это не случайность. Кстати, тебе очень идет этот цвет. Очень рада познакомиться. Спасибо, приятно познакомиться. Проходите. Елена, 37 лет. Научный сотрудник в государственной библиотеке. Гордится двумя высшими образованиями и тем, что сумела получить права. Предупреждает, что часто посещает концерты Елены Ваенги и Стаса Михайлова. Признается, что не доверяет врачам. Спустя 10 лет отношений Елена не смогла смириться с тем, что возлюбленный принадлежит ей лишь наполовину. Надеется, что Марат отдастся ей весь, без остатка. Здравствуйте, дорогие здравствуйте. Мои. Здравствуйте. Рада вам. Да. Слушайте, значит, вы богатая женщина, расходите на концерты Михайлова и Ваенги. Нет, но я не настолько богатая, а просто это повезло. У них чаще всего концерты в Фриновском дворце, а у меня у подружки, там, которая с ним работала, раньше сотрудница, там муж-администратор, поэтому я не за полную стоимость. А то ведь никаких денег не хватит. Да, это да. Я почему-то я не слушаю Ваенга, не слушаю Стаса. Стас Михайлов, я слушала только пару песен. Какая любимая песня Леночки Ваенги? О, «Принцесса». Ну где ты взял такую принцессу? Я удивляюсь, я не ревную. Но мне теперь просто так интересно, как она его и где целует. Она не женщина, она зараза, и мне теперь другого не надо. Все поняла. Ваш возлюбленный вам изменил? Нет, он изменил не мне, а скорее со мной. Ну так получилось.
Вы были любовницей, да, в течение 10 лет у женатого мужчины? Да. Ну, мужчина, в принципе, я абсолютно ничего не хочу сказать про него плохого. Реально снесло крышу. Мне было 23 года. Вот, он... А ему 46. Да, да. Он был старше, и мы познакомились в дачном нашем поселке. Он там работал. Вот. И он, кстати, вот Тамара подтвердит. Поцеловал вас один раз, и да, все, и вы пропали. И снесло крышу. Но он мне сразу просто при первом взгляде понравился. Он весы по гороскопу. А если я знаю, умеют сразу очаровывать, обаятельными быть, вот, и я сразу как-то к нему потянулась, и чувство вот реально просто было... Ленусь, вот 10 лет он вам морочил, да, голову, и да, не родили никого от него. Ну, мы хотели реально, по крайней мере, он и обещал, и планировал, да тогда все будет. А обещаниями кормил, да, кормил. Не сегодня-завтра разведусь? Да, ну, о разводе, говорил, 50 на 50, как получится, на то время... Прям очень мне было серьезно. Мне кажется, что вот это тоже интересная девушка для меня. Но вы работник библиотеки, научный. Как же вас угораздило с женатым? Ну, вы же на книжке читали, что это безнравственно, ну, некрасиво. Ну, если бы мне бы до этого сказали, что у меня будет такая ситуация, я бы, естественно, первого бы посмеялась и не поверила. Но реально... Ну, чувство, ну просто, я так к нему привязалась. Тем более там в книжках же написано, что женаты, они обещают, но не разводятся никогда. Ну, слушай, это его вариант, вот его. Он бы сейчас сидел, она около него бегала бы, прыгала, вот этот его вариант. Да. Вы москвичка? Да. Живете с мамой? Отдельно. Вот уже хорошо. А поедете в Пермь? Ой, трудно сказать. А в Москву к себе возьмете? Ну, наверное, то опять. А вы бы хотели? Да. Вы бы смогли переехать? Да, так проблем, думаю, не возникнет. Переехать смог бы. А квартирка все-таки однокомнатная, двухкомнатная? Двух. Двухкомнатная. Да. Слушайте, а такие вот проходимцы не метили на вашу вот прописку? Вот, ваш... кстати, ты сама удивляюсь, пока Бухмелову, пока нет. Спокойный такой, видишь, он? Нежно уличного у него движения даже нет, видишь, он так спокойно. Как отдыхаете, как проводите время? А, время, я очень люблю дачный отдых, у нас всегда... У вас еще и дача есть? Да. А то сейчас знаете, сколько охотников. То есть посадить цветочки, это вот вы там спахать. И дрова рубила, и картошку копала, и все огороды работали, и бабушке помогала все делать. Значит, в Пермь не езжайте, вас припаша там 200 родственников. Умею. Нет, да зачем нам в Пермь-то? Мы к вам будем ездить. В последнее время, конечно, меньше. Легко. Он ровный. Он ровный. Поэтому, я думаю, такой тебе как раз и нужен. У вас осталось два бонуса. Скелет в шкафу и свидание. Свидание? Свидание. Бегом на свидание. Если будет приставать, кричите громко. Проходите. Будет он приставать. Не дождешься. Хотела бы узнать, вы как дальнейшее вот представляете? Что для вас приоритет вот, в семейной жизни? Какие вот ценности? Семейные традиции, да, прежде всего. Ой, замечательно. Были. Угу. У нас есть семейная традиция на Новый год пельмени готовить. Ой, обожаю. Здорово. У вас помимо сада, огорода, я так понимаю, автомобиль есть или... Нет, автомобиля пока нету. Это просто на права. Я отучилась вот в прошлом году как раз. Да, ну в будущем, ну возможно, конечно, в планах есть. Пока нету, но, естественно, планируется. Понятно. То есть есть огромное желание, да, ездить, да, на своей машине? Да, желание ездить. У меня скутер, я люблю на скутере вот кататься, всегда так покатаюсь. Наташа, а мама чего говорит-то? Почему Ленка никак замуж не выйдет? Ну, мама говорит то, что Лене изначально не надо было вестись на все вот это вот. И как бы изначально тогда складывать, бы она девственницей была бы в свои 37 лет, свои отношения с женатым мужчиной. Нет, хорошо, что у него хотя бы был этот опыт. Кстати, прическа мне очень понравилась. Спасибо, очень приятно. Она вам идет. Спасибо. Очень замечательно. Спасибо, очень приятно. Очень красивые сережки. Красиво одеваешься. И цвет, разумеется, приятный. Ну да. А она вот инициативу проявит? Да. То есть сказать, что да. Лена, да, вперед проявит. И вперед. Это проявит, однозначно по проявит. По поводу физических данных у них, да. Я так думаю, они придут завтра, поэтому... Люда. Да-да, такие они оба немножечко. Они внешне даже как-то внешне сразу бросается, да, в глаза, что подходит друг другу. А Марат может в банке в Москве устроиться на зарплату минимум 150 тысяч. Да.
Прям вот Леночка такой типичный научный сотрудник. Вот прямо вот такой типичный. А какой-нибудь сюрприз приготовили? Да. Да. Ну, поскольку я всегда люблю литературу, я приготовила стих. Молодец какая. Со сцены будете читать или сейчас? Я думаю, отсюда. Давайте. Стих Вероники Тушновой. Я обожаю эту поэтессу, да. Женская очень. Ленок на Марате. Напрочь путь ко мне отрезая, чтоб не думать и не мечтать. Ты еще пожалеешь, я знаю, будешь локти себе кусать. Чтоб не видишь, но ты увидишь, взглянешь, взгляда не отведешь. И в метельную полночь выйдешь, но от памяти не уйдешь. Обхватить бы ее руками, унести бы ее за моря. Отчего же она такая, отчего она не моя? Снег летит над землей остылой, снег... разбашистый и сухой. Но ведь было бы счастье, было. Оказался кузнец плохой. Спасибо, Мина. Спасибо. Наташенька, забирайте свою подружку, она прелестная. Проходите в свою комнату. Спасибо, спасибо, девочки. Ну, прямо очень смотрел таким ярким взглядом. Ярким, говорю, ярким взглядом. Вообще, у него даже заплакало. Потому что она рассказала стихотворение, а это его. Да. Давай поженимся в вашем мобильном. Советы от наших экспертов к телефону 0736 в любое время. Пока реклама. Елена очень похожа на Эдит Пиаф. Ее походка, ее тельце, вот это вот маленькое, посадка головы, вот она абсолютный такой воробушек. Ее такая взнервленность вся, ее психофизически, она просто абсолютный один в один Эдит Пиаф. Фигурка, да? Да. Просто вот... Ну надо же, я в шоке! Что я тебе говорила, ты права была. И потом, это умный человек. Да, конечно, научный сотрудник библиотеки, начитанная. У нее очень интересная внутренняя структура. Я думаю, что вы ее понимаете хорошо, правда? Потому что Луна у нее в Деве, она тоже замечает мелочи очень сильно. Она такой, знаете, человек чистописания, пожалуй. Вот. Правильно? Но, да. А вам понравилось? Ну, мне вот эта девушка больше понравилась. Я сама живу в Москве. Это даже для Марата как бы ступень будет повыше. Олег, а вам как? Мне понравилась Елена, да. Потому что Марат, несмотря на то, что ему приписали тут такие все как бы свойства, что вот он какой-то настроен на домострой и так далее. Вообще говоря, Марат, надо сказать, что душа-то у него тонкая. А никто не говорит, что здесь домострой и душа тонкая. Марат уже истосковался по женскому теплу. И у Лены такая же ситуация. Да. И Лариса была очень доброжелательна. Вообще, я прям офигела, она так ласково прям на меня смотрела, я в шоке. Ну, не весь комплект мне в ней нравится. Я как-то не очень представляю ее в нашей большой татарской семье. Ну, как бы так, мы сами шумные и так далее. Но то, что она... будет согласна на 3 раза в году получать подарки, и это, я думаю, что даже не заметят эти подарки. Вот это самое нормуль. Нет, это неправда. А мне бы не хотелось, мне кажется, она очень тонко организована внутренне, чтобы вы только не сломали ваша большая татарская семья вот этой своей какой-то прямотой. Упашите бабу? Она, вот с ней, с Леночкой вряд ли, ее ты не упашешь. Она просто забудет, что ей нужно, что и какое задание ей дашь. Я вот тут смотрела, думаю, что у меня сколероз начался. Вот ничего же не подарила нам, да? Нет? Нет. Ой. Нет. А ты ждала? А что? Неужели отношение к человеку у тебя только от подарка зависит? Внимание! А ты как думала? Конечно. Ну, она сама что... подарок. У нее Венера во Льве, между прочим, и Меркурий. Ну и что ты скажешь? Вот. И я как раз говорю, вот что касается физической совместимости, совпадение будет идеальное. Кто бы сомневался, Тамарочка? Проходите, знакомьтесь с третьей невестой. Добрый день, Марат. Меня зовут Марина. Сегодня особый день в моей жизни. Надеюсь, мы навсегда запомним день нашей первой встречи. Очень приятно познакомиться. Очень приятно.
Марина, 39 лет. Менеджер по привлечению клиентов в банке. Мечтает завести немецкую овчарку. Гордится тем, что самостоятельно купила квартиру в Москве. Предупреждает, что ее возлюбленный должен с уважением относиться к ее семье. На протяжении 10 лет, каждые выходные, избранник Марины преодолевал 3000 километров, чтобы увидеть ее. И одно из таких путешествий стоило ему жизни. Надеется, что Марат всегда будет рядом с ней. Здравствуйте. Здравствуйте. Марина, а что случилось с вашим возлюбленным во время путешествия к вам? Он летел, по дороге в аэропорт, произошла авария, и он погиб, к сожалению. Боже. Да, это было за 5 дней до моего дня рождения. Да, 5 лет назад. А вы москвичка? Да, из Подмосковья. Для тебя-то еще он смотрел его на невесту-то. Он на эту-то не очень, а вот на... Ну, я тоже на него смотрела. А, ну, тут-то, на тут-то он, смотрела, да? Ну, на тут-то он смотрел. Ну, он прям вообще вот так да, вот. Да, у него прямо, как она тут... Видно прям даже было. Да, он ее видит, да-да-да, все понятно. Мы познакомились в кафе, это было очень... Романтичное, милое место. Мы сидели. Вернее, я сидела, он подошел ко мне. Сначала первый раз мы просто попили кофе. Встреча повторилась на второй день, причем было чисто случайно. На третий день мы уже обменялись телефонами. И дальнейшую неделю он показывал мне просто город. Мы проводили вместе. С родителями познакомил, да? С родителями мы уже познакомились в дальнейшем, когда уже я потом приехала в Италию. Вот уж симпатичная девушка. Да, очень даже симпатичная девушка. С каким-то амулетом. Вы смотрите, у вас отношения длились 10 лет. Да. 10. Да. Вы за это время не вышли замуж и не родили никого. Да. Но все-таки, мне кажется, вторая невеста больше. Ему вторая невеста подходит. Ну, прям вот по энергетике даже, да. Вот, мне кажется, да? Как узнали, что он разбился по дороге к вам? Мне позвонили друзья. Я аж была дома, я ждала его. Потом ездили на похороны вы? Нет. Почему? Я не смогла. А как? Вы были невестой его. Я не смогла. Поддержать семью. Я не смогла. Он разбился по дороге к вам. А что значит вы не смогли? Ну, я не смогла поехать. Это были... То есть вы считаете, которые... что вы были бы нежеланной на это? На нет, это, там ведь... просто случилась другая ситуация. Это уже... Какая ситуация? Что может остановить? Я разговариваю раз. Вот. Там была просто такая ситуация, что я сама попала в больницу. Почему? Поэтому... А что с вами такое случилось? Нервный срыв? Я была беременна. Вы были беременны от него? Да. У меня был выкидыш. О, боже, какая... А вот я хотела понять, у вас квартира в Москве, да? Да. Ну, вы ее, говорите, гордитесь, что вы этот... А вы ее в кредит взяли? Нет, я купила ее не в кредит. У нас было в другом городе 2 квартиры. Соответственно, их продали и купили уже в Подмосковье. А вот с родителями живете здесь? Да. То есть, ну, нет, понятно, что... с родителями. Да. С мамой уже и с братом. Ну, а что, а в Пермь поедете? В Пермь? Да. Я думаю, что мы договоримся. Нет, давайте сначала со мной договариваться, а потом с ним будет. Про Пермь как-то нет. Это самый интересный вопрос. А вы из какого города в Москву переехали? Ульяновск. Никогда она не поедет в Пермь. Ну, я прошу, почему... В Москву для этого переехала. Так, а я почему спрашиваю про ее, мы договоримся. Фиг ли она там договорится? Не договорится никогда из Москвы. Ну, смотри, и Марат, и Флюда не против того, чтобы Марат переехал в Москву. Какой-то скучновато все-таки сидит-то, по-моему, какого-то вот активности, драйва нету. У него драйв был, когда он увидел первую невесту. У вас остался один бонус, скелет в шкафу. Хотите узнать? Да, конечно. Итак, скелет... Скелет, скелет, что у нас там за скелет, Роза? Что там может быть? Браслет гранатовый. Что это? В свое время, мне было лет, наверное, 10-11, у меня у мамы был золотой браслет с бриллиантами. И однажды я взяла его на улицу показать подружкам, похвалиться, типа, что мне подарили родители. И браслет я потеряла. Так я не смогла сказать маме, что я взяла его, что я его одела, что я его действительно потеряла. На тот момент у меня отец очень сильно пил, и решили, что это он продал. Я, конечно, сейчас уже сожалею об этом, но папа уже... Ну, мама сейчас знает, что это вы? Вот она сейчас узнает. Мам, помнишь твою брошку, одну единственную, ландыши золотые с изумрудами? Короче, когда ты уехала к брату в Оренбург, я пошла к Славе Говорухину озвучивать фильм. Я надела под пальто. Я не знаю, где эта брошка. Извини. Ой, моя дорогая. Сюрприз покажите. Сегодня у нас день правды.
Жених-то нам, Катрина, конечно, понравился, доча. Жених-то нам понравился. Ну, готовить. Вот только мы понравились, ему нет. Если спросят меня, где взяла, я такого мальчишку сладкого, я отвечу, что угнала. Как чужую машину девятку я угнала у всех на виду. Так открыто, что обалдели все, ни за что ты имей в виду. Не верну тебя бывшей владелице, я ждала тебя, так ждала. Ты был мечтою моей хрустальной. Спасибо. Спасибо, Леночка. Забирайте свою подругу, проходите. Флюда, Олег, ваше мнение. Выразительная женщина, красавица. Я просто боюсь, что, как она сказала, договоримся, но вот вопрос, смогут ли они договориться, тут, конечно... Флюда? Ну, как-то 50 на 50. Мне он тоже понравился, Лен. Вот сейчас я увидела, я пообщалась, хотя бы эти 2-3 минуты. Она вполне готова сделать шаг в брак, но человек семьи. Плюс ко всему, она действительно ищет идеального партнера по жизни. Она видит воплощение своей жизни в человеке ярком, интересном, сильном, мощном, как полководец. И это должен быть романтик. Понимаете? Ну и главное, таких, конечно, 5 человек, чтобы на земной шар, на весь. Но ты не даешь вообще досказать. Вот обязательно нужно тебе и здесь всунуть свое. Ну а как же? Мы же, а как же? Мы же общаемся. Я говорю, что обязательно, чтобы было о чем поговорить. Ну пообщайтесь пока. Кому вы пойдете, мы пообщаемся. Я что-то не знаю. Он как в Перми квартиру-то продаст и сюда приедет. Он здесь даже не купит коммунальную комнату. Квартиру разменивать она не будет, точно? Она не будет, там где-то и жить я, надо я будет. Я сам буду против размена ее квартиры. Да. Тут один вариант. Нет. Либо она едет ко мне, и мы она где-то не встречаемся. Это она не поедет, забудь про это. Я, честно говоря, вот сейчас я посмотрю. Вот средняя. Из всех, да. Да. Тут, она, конечно, самая как бы неказистая. Ну, вот вторая, вот. Вернуть, вообще ты крепкая. Получишь московскую прописку. Точно. Да нет, что так думаешь? У меня московская? Нет, вторая. Я говорю про Лену. Я говорю, что она самая вроде как бы такая, не самая яркая, скажем так, да. но она самая но верная. Но она будет верная, крепкая, да, и точно. По крайней мере ты ее работу и квартиру и найдешь, в Москве и все. Да. И все, да. И ничего менять потом... не надо, не продавать. И потихонечку свою продаст, и тихонько-тихонечко, и еще квартиру купите. Да. Я лично как бы вот за Лену. Тут, да. Тут как бы реально надо смотреть на вещи. Да. Мне кажется, что ты больше родственникам понравилась. Они очень хорошего тебе мнения. Ну, спасибо. Смотрите, куда сердце поведет. Угу. Такой тяжелый случай сегодня. Рос. Я за Леночку. Почему? Потому что и в трудные времена выживают гуртом. Семья помогает. И про семью, и семью создают для семьи прежде всего. Это ты вон до 50 лет гулял, выбирал. Это, пожалуйста, твое дело было. Сейчас будь любезен. С оглядкой на нас, на родственников. Понятно? Чтобы невесты принимала и так далее. А в последний путь провожать. А внуки, а это. Лена. Лена. Никакие не Марины. Любочку раз поняла, тоже ответственность не хочешь. Только Лена. Леночка, если вдруг не выйдет, значит, вы выжидай немножечко, а потом его за жабры я помогу. И мы тоже. Марат, иди к Лене. Любовь очень хороший вариант, но я думаю, что вы ее не поняли. Елена очень хороший вариант тоже, потому что это действительно как перспектива отношений, которая будет развиваться все дальше и крепче. Марина, она естественная, она эффектная, она вам понравилась. Это человек, наверное, тот свет, которому не хватает вашей души, и чтобы меняться и расти. Вот в этом плане выбирайте из трех. Ну, в любом случае мы вас поддержим, поэтому проходите туда, куда решили.
Ну, про какие чувства вы сейчас говорите после сороковника? А? Ну, какие чувства? Самых, что ни на есть. Да ты что, отношения Роза, все равно, ну, какие должны быть? Человек умирает после сороковника. Ты вышла замуж за своего дурака-то, Юрку. Да какие у меня какие чувства? Не было, а никаких. У тебя было? Ну, как это? Голодная была. Я приглашаю всех выйти и поддержать Марата. Очень рада. Взаимно. У нас есть пара Марат и Марина. Если вы одиноки или вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, пишите на сайт Первого канала. А я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам: давай, женимся. Удачи, рада за вас.